Лещина. Найс. Срать на потолке, стать пуджем в реале за бессмертие и бесконечные деньги. За сколько бы стали дауном из чата? За бесплатно! А, стол выше поднимать и море. Не нужен шкаф, чтобы упереться, то можно вот так. Maybe. О! Так, здорово. Взял себе курагей немного. Немного. Правда, не знаю, сколько буду есть. Не думаю, что много есть. О, начинается. Одна и та же паста, которая была с прошлого стрима еще. Круто. Помнишь, что время, когда ты проходил Fable, как будто другое время было. Меньше конченых зрителей, меньше суеты, охуенный вайб, почудесный саундтрек. Прямо столько другое время было, когда я проходил Fable? Если честно, не припомню. Конченые зрители со времен Dota есть. Ну, почему именно во время Fable их было меньше? Как тебе фанта, которую кидали в дурки? Я не видел. Ну, террорист я его поставлю после прохождения, очевидно. Я не могу прямо сейчас сказать, какое место занимает в террористе или будет занимать. Но чисто по ощущениям, игра на 8,5 из 10. После первого стрима не изменилось мнение. Какие саундтреки из Silent Hill ты добавил себе в плейлист? Те, которые у меня изначально там были, я еще давно их добавил до прохождения игры. Мне скидывали на каком-то стриме, на стриме видосов кидали треки из Silent Hill. Я помню, добавил себе 3 трека. Я забыл их название, я их включал неоднократно на стримах. Требл Орхуаты 25, битгодыну и стрелки. Бля, почему я не понимаю? Просто рандомно подставил и нормально. Западный кинематограф современно скатился в бездну. С чем тут соглашаться, либо не соглашаться, это ж факт. Вспоминаю вчерашний чат на втором экране, как страшный сон. Представь ситуацию, у тебя подозрение на рак простаты. Нужно, чтобы ее кто-то потрогал и поставил диагноз. У тебя есть выбор. Игорь Вихарьков или Волк 80 кг с дрелью. Я вижу, тебе уже мозг кто-то из них потрогал. Будет ли завтра мейн? Думаю, нет. За сколько бы срал на туалете на потолке? Бля. Хотел бы стать 60-лотовым пуджем 30-го левела в реале за бессмертие и бесконечные деньги. Ебать. Я еще как раз спать хочу, а вы пишете такую херню в чате. Срать на потолке, стать пуджем в реале за бессмертие и бесконечные деньги. За сколько бы стали дауном из чата? За бесплатно! Почему время мейна не выделяешь отдельное время для ответов на донаты? Так отвлекаться от игры не будешь. Значит, отдельное время. То есть игнорить все донаты на протяжении потока, а потом отвечать кому-то в самом конце? А где гарантия того, допустим, что все, кто донатили, будут сидеть до конца стрима? По-моему, удобнее, чтобы тем более потом не забыть. Допустим, у тебя какая-то мысль сформулирована во время сообщения, и ты, чтобы не забыть, уже отвечаешь сразу. Ну, в конце это неудобно. В конце это было бы прям вообще на отъебись. Типа, заканчиваешь уже стрим, и просто по-быстрому стараешься всем ответить. Ну, это не то, мне кажется, неправильно. Можно еще более унылые спины, пожалуйста? Кайф! Тут неудобно ногу поставить. А, стол выше поднимать и море. Не нужен шкаф, чтобы упереться, тут можно вот так. Maybe. О! Ладно, всем пока, я пошел спать. Из-за меня люди проигрывают. Ебанутые, поехавшие. Я тут при чем, блядь? Как ты из-за меня? Я тут при чем? В пизду. У меня минус мораль. Бэ. Бэ.